очень нравилось раньше, когда пели за столом. И вот мы сейчас тоже поем разные песни. Вот эту традицию мы взяли. Для меня очень важно, как для ребенка было, что меня встречали. В нашей семье я всегда деткам говорю, мама там приходит. Я говорю, ребят, мама пришла, побежали. И мы бежим, маму встречаем. Я прихожу с работы, меня встречают. На мой день рождения как-то так сложилось, что именно на мой день рождения мама всегда старалась печь торт. Тоже стараюсь печь торты. Ты не стараешься, ты печешь очень вкусные торты. В моей семье посуду мыли сразу после того, как покушали. В семье Езекиля, как я поняла, любили подкопить, а потом помыть. Вот. Меня поначалу это очень сильно раздражало, а потом сама уже привыкла и стала сама так делать. Сережа с Украины. Там любят готовить борщ или там какое-то блюдо. В общем, там он туда гречку кладет. Мы такого не делали никогда. И вот самое первое наше противоречие, просто очень бурное. Гречка летела, кастрюля летела, все это летело. Все, кроме Пасхи и Рождества. Потому что люди выбиваются из рабочих колеи. Есть праздник, с которым мы аккуратно стараемся обращаться. Это День всех влюбленных, так называемый. Матвей там говорит, я хочу подарить. Я говорю, давай сделаем открытки просто, ну типа там, ты хороший друг, с тобой интересно. Хэллоуин. Вот, ну, совсем никак. Ну, вот такой праздник однозначно нет. Хэллоуин – это когда в жизнь человека приходят всякие ужасы. И люди привыкают с этим заигрывать. Этого не будет в нашей семье никогда. Если Господь позволит, мы детей сохраним от этого. В день свадьбы муж подарил мне вот такую толстенную кулинарную книгу. У нас три сына, и Сережа мне подарил комплект. Колечко с тремя камушками. Я ей подарил хорошую, большую бутылку кубинского рома. Я, конечно, когда мысль такая пришла, думаю, она печет. Вот ромовые бабы вот печет. Ну вот классно, вы там по рецепту хорошего рома. Я сомневался. Я когда, значит, купил, я думал, правильно ли я сделал. То есть поймет, не поймет. Ну слушай, ну вот, вот извини, вот, вот подарил вот этот подарок. Как-то раз на Новый год я подарил Насте iPad, и мы не могли найти к нему чехол. В нашем подъезде стояла елочка, а под ней лежали какие-то подарки, не знаю от кого. Видимо, люди что-то там оставляли. И что вы думаете, там лежал чехол для такого планшета. Взял, поднялся, примерился, подошло, думаю, спасибо большое, подъезды Дедушка Мороз. Рош ха-Шана. День, когда я первый раз увидел свою будущую жену. У Миши был интерес к Японии. И он там все про Японию, там иероглифы смотрел. И как-то папа говорит, да давайте, говорит, устроим день Японии, наготовим японских блюд, что мы можем там приготовить. Потом там Матвею стало интересно про Китай. Мы устроили день Китая, сварили бульон, там Тима лапшу домашнюю там накрошил, мы там ее перемешали всякими соусами. Очень любим баню. В баню это просто отдушина. Стараемся сходить в кино, попить кофе вместе. Мы не, правильно сказать, не разрешаем детям делать уроки в воскресеньях. И не потому, что там это закон, и там Господь сказал седьмой день Господу. Нет, а мы понимаем, что им просто нужно отдохнуть. Мы начинаем с адвента. Иногда получается, что какая-то суета, да, ты бегаешь, покупаешь подарки, ты наряжаешь эту елку, ты готовишь этот стол, а потом ты сел, выдохнул, съел все. А свечи, эти четыре свечи мы зажигаем каждое воскресенье до Рождества. И каждая свеча – это одна тема. Да, мы вспоминаем о том, какие пророчества были об Иисусе. Мы вспоминаем о том, кто он такой был, да, Мессия, первосвященник, царь. И мы говорим о том, что будет в конце, что Господь придет снова. И это помогает немножко притормозить. Свекровь нас очень любит собирать всех вместе по праздникам, на Рождество, на Новый год. Мы сидим душевненько, пьем чай с тортиком, молимся, благословляем друг друга. На Рождество у нас центр – это наша трапеза. Мы говорим именно о Рождестве. В чем смысл Рождества? То есть на их детском языке стараемся объяснить, что Рождество – это не подарки, по большой части, а
Это мы отмечаем, что пришел Спаситель в этот мир к нам, пришла надежда. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на YouTube-канал Церковь и Завета.